Перед вами новый флагман компании Samsung Galaxy S2. Главное отличие от предыдущей модели Galaxy S заключается в увеличенном экране 4,3 дюйма, мощном двухъядерном процессоре, а также операционной системе Android 2.3 с обновленной фирменной оболочкой TouchWiz 3D. В вашем распоряжении 7 рабочих столов, внешний вид и функционал которых вы можете менять полностью, начиная от расположения ярлыков контактов, приложений и сервисных функций и заканчивая выводом и настройками множества полезных и наглядных виджетов, которых здесь несколько десятков. Простая настройка, интуитивно понятное использование, приправлены красочными 3D-эффектами, не уступающими по эффектности решениям настольных компьютеров. Оболочка понимает различные мультитач-жесты для быстрого доступа к различным функциям и снабжена технологией вывода Swipe, когда вы печатаете текст, не отрывая палец от экрана. Задняя крышка выполнена также из особого рельефного, приятного на ощупь пластика, защищающего поверхность от царапин. Крышка прилегает очень плотно к корпусу телефона. При необходимости она снимается, освобождая доступ к литиевому аккумулятору телефона, отсеку сим-карт и microSD-слоту. Толщина телефона составляет всего 8,5 мм, а вес 116 грамм. Экран изготовлен из специального минерального стекла Gorilla Glass, эффективно защищающего Super AMOLED Plus дисплей от царапин. Теперь картинка стала еще четче и ярче по сравнению с Super AMOLED. Экран прибавил 0,3 дюйма и представляет собой почти планшетный монитор в 4,3 дюйма с разрешением 480 на 800 точек. Galaxy S2 оснащен одной из лучших в классе 8-мегапиксельной камеры с автофокусом, системой распознавания лиц, улыбок, электронной стабилизации изображения и функцией геометок. В сложных условиях освещения выручит дальнобойная светодиодная вспышка. Кроме прекрасных фотографий, камера позволит снимать высококачественное видео с разрешением 1920 на 1080 точек. Фронтальная 2-мегапиксельная камера позволит осуществлять конференц-видеозвонки и доступна из различных Android-приложений для видеосвязи. Теперь взглянем повнимательнее на новинки программной части Galaxy S2 и способы их управления. У вас в распоряжении 7 рабочих столов. Вы можете быстро переходить на любой из них, удерживая палец 1 секунду на нумерации и перемещаясь влево и вправо. Быстрый доступ к рабочим столам также доступен при нажатии «Меню», «Изменить». Традиционно вы можете настраивать внешний вид рабочих столов, устанавливая необходимые виджеты, горячие клавиши и ссылки на папки. Для этого необходимо нажать «Меню», «Добавить». Затем выбрать, к примеру, виджеты. Все имеющиеся виджеты выстроятся в ряд. Список можно эффектно листать влево и вправо. Просто перетащите нужный виджет на один из рабочих столов. Для удаления виджета с рабочего стола задержите на нем палец на несколько секунд и перетащите его в появившуюся на экране корзину. Проведя пальцем сверху вниз по верхней панели рабочего стола, вы получите доступ к быстрому управлению сетевыми интерфейсами и некоторыми функциями телефона. Давайте взглянем на традиционный веб-браузер. Появилось любопытное решение для масштабирования страниц при помощи технологии мультитач и встроенного акселерометра. Прикоснитесь двумя пальцами к экрану и отклоняйте телефон вперед или назад для масштабирования веб-страниц. Samsung разработал 4 специальных хаба. Это рабочие столы с определенной функциональностью. Например, в Game Hub вы найдете коллекцию игр, разбитую по категориям социальные игры и премиум игры. Последние – это игры с качественной графикой и протестированные на 100% совместимость с данным телефоном. Social Hub предназначен для любителей общаться в социальных сетях. Пользователю будут доступны известные социальные сервисы Facebook, Twitter, MySpace из одного приложения. Похожий сервис предоставляет приложение YouTalk. Он объединяет в себе практически все известные протоколы интернет-пейджеров типа ICQ, включая сервисы социальных сетей, такие как ВКонтакте, Одноклассники, iChat и прочие. Появилась возможность редактирования документов Microsoft Office при помощи приложения Polaris Office. Приложение позволяет работать с документами различных версий Microsoft Word, Excel, PowerPoint, как в файловой системе телефона, так и в сети. Приятная функция ожидает пользователей приложения «Навигатор». Теперь доступен голосовой поиск адреса или объекта поблизости, например, ресторана или фирменного магазина. Для этого достаточно загрузить приложение «Навигатор», нажать «Произнести адрес» и, собственно, произнести адрес или название заведения. Телефон предложит варианты поблизости и проложит к ним маршрут. Кроме того, телефон будет обладать расширенными функциями безопасности, которые пригодятся забывчивым и рассеянным владельцам телефона. Они позволят отслеживать положение телефона, блокировать и стирать информацию дистанционно. Для удобства обмена информацией телефон оснащен сервисом AllShare, позволяющим объединить все устройства в доме в одну мультимедийную управляемую сеть. Мощь двухъядерного процессора с 3D-ускорителем позволит воспроизводить любые Full HD видео. Кодек DivX, X-Vid и H264 аппаратно ускоряются встроенным графическим ускорителем.
Он же отвечает за отрисовку флеш-графики на веб-сайтах. Для хранения файлов используется 32 или 16 ГБ стек памяти, в зависимости от модификации Galaxy S2. Телефон оснащен мини-USB OTG разъемом с расширенными возможностями. Теперь вы можете подключать различные устройства, не требующие драйверов, такие как принтеры, флешки, фотокамеры и HDMI для вывода изображения на внешнее мультимедийное устройство. Для этого потребуется специальный переходник, который продается отдельно. Galaxy S2 – это еще один шаг к новым вершинам мощной функциональности и стиля.